Каково это быть иностранцем в чужой стране и чужом городе? Наш корреспондент Лада Илецкая на этой неделе знакомится с жителями Петербурга, которые приехали в северную столицу из самых разных уголков. И сегодня история тайского монаха, который живет в пригороде Петербурга. Я, наверное, единственный русский человек, который до сих пор еще не был в Таиланде. Но свой маленький Таиланд я нашла здесь, в деревне Горелово. Потому что здесь вот уже 10 лет живет настоящий русский парень. Лесной тайский монах Аджан Чатри. Я приехал как студент. Да. Учился в СПбГУ на дипломата. После окончания решил остаться в Россию. Продал рисовое поле, продал кокосовое плантацию, чтобы купить цыганский дом Горелого. Когда говорится слово Горелого, даже люди испугались. Но мне нравится здесь. Было самое высокое место здесь, это мой дом. Остальные там было болото. Цветок лотоса растут на болоте. Поэтому дом Горелого. И ни разу я не сокрыл дом. Я очень уверен, что мои соседи, они хорошие люди. Да. По крайней мере, у соседей не украдут. Это точно 100%. Может быть, украли, но я не видел, что они украли. Мне кажется, немножко прохладно сегодня, вы не находите? Очень холодно, не бывает. Просто холодно. Это моя собака. Много людей думают, что это кавказская. На самом деле это тибетская. Очень любит снег. Вы что, его просто не кормите? Да, нет, нет. Просто ему нравится кушать снег. Снегофил. Любит он снег. Я очень люблю Россию больше, чем много русских людей. Я не понимаю, когда русские люди ругают Россию. Я честно не понимаю. Холодно, народ злой. Но искренний. А тайцы добрые, но иногда не искренние. Они могут улыбаться, но очень опасные люди. Бывает. А русские очень искренние. Подрались, а потом следующий день пьют вместе нормально. 2600 лет так одеваем. Монах, он должен быть бессеребренником, правильно? А у вас тут денежное дерево. Самое богатое дерево в России, потому что постоянно денег есть. Но деньги-то тайские. Да, тайские, но иногда русские есть. Но не часто, но русские деньги тоже бывают. Это моя дочка. Кошка. У меня сын на улице, собака. И дочка, кошка в доме. Как дочку-то зовут? Маруся. Я понимаю, что Россия – это моя судьба, Россия – это моя карма. Да, хорошая карма. Я думаю, что через какое-то время я отдам этот дом русских. А вы куда денетесь тогда? Я хочу обратно в лес, на Урал, Алтай, Сибирь. Может быть, поеду в Магадан куда-нибудь.